Патриарх Московский всея Руси Кирилл обратился к верующим в связи с обострением ситуации на Украине. Представитель Русской Православной Церкви призвал власти не допустить насилия по отношению к мирным гражданам и заверил, что сам сделает для этого все возможное. Он отметил, цитирую, «Церковь не занимает ту или иную сторону в политической борьбе, ее чадами являются люди разных политических взглядов и убеждений, в том числе те, кто сегодня стоят по разные стороны баррикад». Патриарх призвал всех молиться о том, чтобы не было больше жертв на Украине. Украинской земле.